Ну что, дорогие друзья, вот мы и докатились. Дожили до 8 апреля. 8 апреля – это у нас Международный день цыган. И мы, как великие цыгане сия экспромта, хотим вас поздравить. Вот Олечка хочет сказать вам пару ласковых. Да. Да, поздравляю вас с праздником, Днем цыган, международным. В общем-то, скупое такое поздравление. Счастья, здоровья, там, цыганского. Вот, чтобы вы видели, мы действительно празднуем. Мы празднуем не только День цыгана, празднуем, знаете, некоторые празднуют День снятия блокады, а мы празднуем День снятия куска гипса с меня. Мне его отпиливали такой пилой смешной, которая пилит гипс, но не пилит кожу. Но меня не предупредили, поэтому я испытала острые ощущения. Вот, поэтому, видите, вот нарядные, очень красивые, очень нарядные сидит, празднуем. Вот у нас тут есть лимонад, морс. Так что будем сейчас пить за ваше здоровье, да, Олечка? Да, да, конечно. В общем, всем добра. Всем добра, друзья. Всем мира, добра. Мира во всем мире. Обнимамба, целовамба.